А у меня сегодня день рождения. Моя бабушка говорит. Ой, моя бабушка говорит. Моя бабушка говорит, что я совсем взрослая стала. Что я почти уже невеста. Невеста. Бабушка мне вообще велела всех моих кукол раздать. Представляете? А мне не хочется их раздавать. Их у меня много. Точно. А может, я спрячу их здесь, а, под деревом? Буду приходить играть иногда. Чего их раздавать-то, а? Нет, не буду тут оставлять. Так, и еще найдут и испортят. Не буду. Хорошо. Отдам. Только вот еще один раз сыграю и точно-точно раздам. Только если бабушка придет, вы ей скажите, что у нас тут театр, а? А то у меня куклы такие специальные. Их еще мой дядя сделал. Чтоб свою невесту удивить, ага. Она удивилась, знаете, даже согласилась за него замуж выйти. При одном условии. Если ты свои куклы спрячешь, и никому показывать не будешь. Он мне их подарил. Внимание, внимание! Сейчас мы расскажем вам историю о храбром ослике, что принес в наше селение гранатовое дерево. Сцена первая. Последний лаваш. Однажды жили-были старик. Очень-очень-очень дружно. И был у них любимый осел. А там ослик скачет, ну так кто знает. Давайте все вместе так же. А как ослик делает, ну так кто знает. Очень-очень любили своего осла. Ну вот однажды денег у них совсем не стало. Тогда позвали они к себе ослика. Эх, нам нечем тебя кормить. Мы отпускаем тебя. Может быть, ты найдешь пропитание в другой стороне. Сами сказали так, и спать любили, чтобы есть меньше хотелось. А ослику... А чего? Ослику было очень жаль покидать свою деревню. Но он отправился в путь. И мы давайте вместе с ним потопаем. А я вот и говорю. А давайте вместе. Шел ослик
долго-долго, так долго, что догнал луну. Смотрит на небо. Это не луна вовсе, а корова. И говорит он ей. Эй, тебе хорошо? Там на небе у тебя столько тучных облаков, и у тебя всегда есть еда. Забери меня к себе на небо! А сам лег и уснул. Небесной корове стало жаль ослика. И она сделала так, что во сне он услышал ее голос. Продолжай свой путь. Но помогай каждому, кто встретится на твоем пути, и ты найдешь свою судьбу. Утром ослик проснулся радостный. Пожевал жухлой травы и медленно отправился по дороге. И мы вместе с ним. Наверное, музыкант был очень богат, и подумал ослик, потому что одежды у музыканта сияли и искрились. Вот это да. Это же я, глупый осел.
Но этот человек еще глупее меня. Ему явно понадобится помощь. Поэтому они продолжили свой путь вместе. И мы давайте вместе с ними. Постучаться в дом, чтобы попросить воды. И так в ответ услышали ругань. Из дома вышел сварливый воин. Наши путники бросились на утек, но увидели, как воин успел поругаться с деревом, с солнцем, даже с птицей на дереве, и вдруг решил сразиться со шмелем. Не могу остановиться и сражаюсь со всем на свете. Сейчас мои слезы высохнут, а я продолжу сражаться. Нет мне места в этой деревне. Слушай, давай пойдем с нами. И музыкант с осликом позвали его с собой. Только ослику и музыканту пришлось ставить в уши пробки, чтобы не слышать ругань. И здесь перед путниками в один момент появился черный силуэт. Воин уже было хотел заглушить. Этот силуэт оказался страшной старухой, которая также поведала путникам свою историю. Раньше она была прекрасной девицей. Но очень шварливой. Она смотрелась на себя в зеркало с утра до вечера и любовалась. Однажды к прекрасной девице приблизилась страшная старуха. Деточка! Угости меня виноградом. Виноградом? С чего ты взяла, что такая красавица, как я, будет угождать тебе? Иди поищи кого-нибудь другого. И старуха топнула ногой так, что в зеркале красавица увидела ее отражение. Но как бы она ни переворачивала зеркало, лицо старухи не исчезало. Тогда с ужасом красавица поняла, что это и есть ее отражение. И вот наши путники отправились дальше. Их путь лежал далеко-далеко. И оказались они в засушливых землях.
Посреди пустыни стояло засохшее дерево, а под ним спала девушка и плакала во сне. Тогда воин, осел, музыкант и старуха подсмотрели ее в сон. Жили-были двое влюбленных. Они были очень-очень счастливы и хотели пожениться. Но злой Деп позавидовал их счастью. И наслал на влюбленных огромный ураган, который отнес их в засушливые земли. Так очнулись они в пустыне и брели целый день без еды и воды. И наконец-то уснули. Тогда Дэв прокрался в сон к юноше. Вдвоем вам никогда не выбраться отсюда. Я оставлю тебе напиток. Отдай его своей возлюбленной, и она уснет вечным сном. А тебе я помогу выбраться из пустыни. Когда юноша очнулся, перед ним стояла красивая бутыль. Не раздумывая ни секунды, он осушил ее, чтобы его возлюбленная спаслась, и вмиг превратился в гранатовое дерево. Мы должны помочь этой девушке! Срочно помочь! Как вы думаете, ребята, поможем мы ей? Да. Да? Помочь, помочь, помочь! Все путники согласились помочь, но самой смелой оказалась старуха. Она не побоялась проникнуть в пещеру к Деву. Дев! О, великий Дев! Это я! Пришла к тебе в услужение. Ай, страшно, что я даже не хочу съесть. Позволь служить у тебя, Дэв. Ну хорошо, можешь тогда расчесать мои волосы. Благодарю тебя, Дэв. 800 тысяч. Ой, Дэв, ты такой могущественный. Знаешь, умеешь так много, но даже тебе не под силу сделать то, что я тут видела в пустыне. Я видела дерево и девушку, что рыдает под этим деревом день и ночь. Я говорю, даже ты, такой могущественный волшебник, не сможет осушить ее слезы. Молчи! Я заколдовала за девушку. И она расколдует, если рядом с деревом разлучит песня истинной любви. Песня истинной любви, Дэв! Спасибо тебе за подсказку! И старуха бросилась из пещеры бегом. Бедная старуха, сейчас я поймаю. Дэв побежал за ней! Отрубил Деву голову.
Сейчас же настал черед музыканта. И хотя у него оставалась всего лишь последняя песня, он не пожалел ее, чтобы исполнить для девушки, и сыграл песню истинной любви. Oh.